Другим темам. Выполнение гособоронзаказа, а также вопросы реализации программы импортозамещения. Эти темы обсудил сегодня Дмитрий Медведев с руководством предприятия УПК на выставке в Нижнем Тагиле. Премьер-министру показали новейшую военную технику и разработки. Глава Кабмина смотрел, конечно же, танк Т-14 на базе «Армата». Второй день выставка открыта для технических и военных специалистов. Свои делегации прислали представители 65 стран. Уже заключено несколько новых контрактов. Портфель заказов, который существует, составляет 40 миллиардов долларов. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы. Некоторые образцы, которые представлены на Нижнетагильской выставке, не имеют аналогов и созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не сиюминутным, это долгосрочный курс.